Swamp King сервер, The Playground, Silver. Такс, ну-ка давай-ка скорее берем то, что нужно. О. All units, eliminate all hostiles at the base. О, какой красивейший просто вид. Просто красивейший. Блять. Особо-то видом не наслаждайся. Блять, сука, там снайпер. Copy, Charlie. Хорошо. King six all units. You are clear to move in on the objective. Штурмуем завод. Пока. Вон там еще плавать куда-то придется. Все формирования в точке альфа. Блять, ты сука. Пизда-то. Да там завалит. Блять! Ух ты, сука! Надо сейчас этого хера снять, где он тут? Готов. Хер готов. Блять, там еще один ебаный урод. Урод. Сильный ливень тропический. Бастард. Фасад. Конечно, в первый раз карта играется. Блять. Идрила мыльная. Идрила мыльная, сука. Ну-ка. Ой, блять. Сняли надо. Сука ты, сука. Готовы. Так, вперед. Пидорас, как бы. Подыхай, подыхай. Еще один. Там что-то вышка упала. Так, труп. Так, ну-ка давай-ка быстренько. По этим. Блять, гранатомет. Поглядеть 20 очков пока только. Карта большая, походу. Сейчас увидим. Блять, набирать очки. Yes, yes. О, Талибан Найк. Вообще Талибана. И кошмар Талибана. Да, название.
Прикольно. Да блять! Сука, с площадки. Убьет. Он его тоже убил. О, красиво выглянуло. Солнышком. Да, после тропического ливня так шикарно выглянуло солнце. Пусть мрачные тучи, но ненадолго. Ливень. Все-таки приятно порой ливень, да? Но когда зубы, кости не болят. Если болят зубы и кости, то хуёво. У меня долго болел зуб, который удалили. Не особо приятно было. Сволочь! Сволочь! Отдыхай, пускай. Так. Грузовик горит. Перевернутый. Ты сволочь! Подыхай, подыхай, вон грузовик. Так навернулся. Фикс, тут все чисто. Так. Нравится тебе, не нравится. Так, ну-ка врываем скорее во внутрь. О! Козел, козел! Куда? Далеко наметился. Далеко. Готовы. Козлы. Ну-ка. Быстро вперед. Чисто все. Я не знаю, тут кто-то еще получается где-то уцелел. Надо смотреть. Пока где дерево пылает, а еле. Козел. 38 очков. Древесина горит. Такс. Древесина, древесина. Древесина просто дрень. Браво. Все, готово. We have contact to the north. Units are attempting to reinforce. Удалось 38 очков мне набить. Все, пошли к порту. А вот я не знаю, кто выиграет. Теперь радиоточку говорить надо уничтожить. Блять, солнце слепит, сука. Браво. You're going to need to get to that C3 post and destroy the communications equipment. Do that, and we can zero in on the hostage location while the CNLF is dead. Мы боеприпасы попал. Head south, take out the equipment, and then get to the extraction point. Так, хорошо. 40 очков. Удалось нашибить. Ну-ка, давай-ка. Я хочу нормальный взять гранатомет. Так. Так, пистолет нормальный бери, бери эту. О, блядь, да что ж ты делаешь-то, сука? Не дает, блядь. Сука, не дает почему-то нормальную РПГ. Ну ладно, херс. Есть что есть.
затопленный лес. Подожди, быстро тут продвигаться. Его убило. Блять, сука, снайпер. Вертуха, что ли? Давай, катушку. Съели. Вертолет. Ни хера не пойму, почему я РПГ дать. Блять! Не даст, конечно, пройти пока. За либом я не помню, я даже играл. Блять, всё капут. Я нихера не понимаю, почему не взять нормальный комплект-то, ёптую мать. Стенали. Да, не дает почему-то. Да, сбрасывает, да единственное. Который не играл. Так. Блин, тут надо аккуратней. Посмотри, козел. РПГ так готов. Очень хорошо. Ох ты, блядь. Там, блядь, пушка. Пушки стоят. Так, прыгаем. Погнали. Надо ведь переплыть. И не переплыть, берега печали.
Блять, садануло. Там вон не вертуха опять появился. Что, опять вертуха? Опять вертолет появился. Блять. Ебаный вертолет. Пиздец. У него нормально, что-то красавец взялся, у меня нет. Бажит почему-то. Там еще вертолет. Блять, еще вертолет. Блять, добило. Блять, ушел. О, сука-то, блять, сколько вертолетов. Боюсь, что я мало за них нашел. А ведь опять. Блять! Опять вертолеты. Что, у тебя вертолетная карта, что ли? Я боюсь, что он очки все за вертолет себе забрал. Мало мне дали. ПГ не удалось забирать. Нормальное количество.
нашел. 52 очка. Блять, вверх. Блять, сука! Что-то какая-то пизда творится, я не понимаю. Плохая карта. Уж очень много вертолетов, вот что плохо. Там наверняка где-то пушка стреляет. На том берегу. Блять! Ты, сука, я даже не вижу, откуда бьет. Второй раз прошло. Не то. Вот подожди, там хрен сидит. Вот, подожди, подожди. Где я его увидела? Ну вот, тут на райдер придет. Он или нет, ну не знаю. Снял. Так. Давай-ка поменяем позицию. Так, там чисто все. Bravo, this is command. You are moving north and assault the CNLF helicopter outpost. Disable or destroy any helicopters on site. They must not escape. Good luck, Bravo. We will see you at the expo. Ну-ка, давай-ка теперь сюда. Блять! Ты пидорасы. Где мне пятачку? Двадцать.
бочка вроде зачищена. Готово. Так. Блядь, он в бронежилете этот урод. Так, ну-ка. Ты вроде снял. Да блять! Ух ты, сука. Так, ну-ка давай на мотоцикле туда побыстрее. Повнимательнее, чтоб не сняли. Вертухи там стоят. Так. Вот он прожигается. 90 очков. Да ёбаная в рот. Идет. Вперед. Сука, они тут лежат. Лежащих херов давай. Так. Пидорасы полеживают. Хорошо. Готово. 104 очка. Радиоточка у них. Блять, сука, быстро бей. Пизда. Ну все, давай.
Радиоточку уничтожить сейчас. А дальше интересно, будет карта или нет. Не знаю. Тут даже не нужно уничтожать. Ну-ка давай как туда. Ничего нет. Странно, а чё нахуй, блять? Ни хера не понимаю. Почему не дает это-то взять? Пизда, блять. То порой нормально можно взять, то нет. Вот не дает почему-то одно. Все готово. Вертолеты. Браво, команд. There's nothing more you can do there. Move on to Charlie's location. Let's just hope they've had better luck. Надо аккуратно. Давай, не сразу вот снимает 108 очков. Типа капониров таких. Ну нормально. 112 штук. Ну, все, давай, 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 давай. Окей, окей, окей. 114 очков. Да. 116 очков. Пультануло там у них. Блять, я не вижу. Что-то как-то хуёво вышло. Давай объезжай. Блять, откуда оттуда? Он Берг. Там из пулемета стрелял. Так, вон там водонапорка на большой высоте. Так, вон стоит хрен. Хорошо.
Так, мы потихоньку двигаемся, но еще, конечно. Подожди, подожди, подожди. Так, ну подожди, ну где ж? Паса убила. Надо брать опять мотоцикл, брать, где туда ехать. Интересно, что тут река пересохла. Стоит лодка прямо на... Опасные педрилы тут находились. Готовы. Очень опасные педрилы. Так, ну что, нормально. Блять. Ну все, сука. Завалило. 142 очка, правда, набил. Еще надо опять туда ехать. Я не знаю, тут неизвестно, кто лидирует или какая-то. Надо быть аккуратным. Убить. Давай заходь. Готово. О, блядь! Ты чё делаешь, хуёво? Стараться, в общем, ну, ты, блядь, воду прямо. Давай, старайся обойти туда, как можно дальше. Там козел стоит. И побежал, побежал. Готов. А теперь тщательно изучим местность. Мы можем взять моцик и чуть дальше проехать. Уже я
объехал, похоже. Так, ну-ка. Готово, 150 очков. Красивая база. Прорываемся непосредственно к домам. Тут все чисто. Пидорасы, блядь. Отлично. Так, все чисто, чисто, чисто. Что натворил-то, блядь? Дубина, блядь, стояжосовая, блядь. Теперь мотока тут нету. Так, что делать-то, блядь, теперь? Очень плохо. Ты мог на мотоцикле быстро проехать. Джеффри Эпштейн. Эпштейн. Сука, так хуёво ты там проернулся. Не очень это классно. Блять, он лодку захватил. Блять, так глупо сдох, просто надо было аккуратнее туда выехать. Что это такое? Звук какой-то срабатывает. Так-ка, переплыви, так будет быстрее. Зеки снайпер заходит. Там кто-то кого-то грохнул. Кто-то кого-то положил. Не везон. Блять, ну ебаный в рот. Все время, видишь, потратил на это. Сука, блять. Правда, он уже тут. Точка обновления.
Кстати, в лягах нам надо делать. Ну ладно, что делать. Да блять, ты сука, уходит фраг. Нормально, нормально. Ссать. Ссать туда. По 70 очков. Так, командный центр. Где у них командный центр? Ну вот эти вышки. Это командный центр. А дальше куда потом? Ну там дальше куда-то еще. Так давай туда сразу и двигайся. Хотя стоп. Ничего интересного, я смотрю, нет. Там уже вертолет. This is Black Widow. ETA is 3 minutes. Bravo, this is Black Widow. We are approaching your location. Hold tight. Зеки, снайпер, мультиплеер, 6 человек, пас, блять, я слепился, блядь, ну, Джеффри, блядь, мейджор, он летит, мейджор, медленно летит. Всех одинаковые, отдали. Мейджор. Да нахуй ты стреляешь, это наш. Кирилл совсем, блядь, это наш. Все, конец. По своим ебет, блядь. О, я все-таки выиграл. Правда? Не очень большой результат, но молодец. Джон набирает 170 очков, 73 фрага. Грумпа 146 и 61. Редно 102 и 45. Мультиплеер 18.8. Зеки снайпер 14.7 и Джеффри Эпштейн по нулям.